вызвать 8 человек. А что толку, я только один могу сбить, а тогда что-то не сбивает, просрать. А ты мне нашу ману штуку скинул? Да, блядь. Ты ваши, блядь, скидывания нахуй заебали. Надо просто сделать, чтобы половину только ей можно было скидывать и капан. По перекидыванию с одного персонажа на другого, то есть привязки нахуй, заебали, привязывайте персонажи. Ой, дай фрину, пожалуйста. Так. Куры зирать хочу. Чё мне раскидывать-то, брата? 4. Каски. Заберите, там лапосос трэш привел. РЛ, есть инфа? Что означает в заметках цифры 1000 за 500? ЕП, ГП. Скачай аддон. Не, я по ГП у меня есть, просто у меня 1000 ГП, а у меня только 500 в заметках. Дайте 500 ГП в заметке, пожалуйста. Я 1000 это ЕП, 0 это ГП, первая цифра ЕП, вторая ГП. А, всё, понял, просто типа 500 ГП 500 по стандарту стоит. 500 не отображаются. Понял, они понял. Стандартные. Тьфу, я уже думал, медведь нормальный транс сделал, хуйня их понял. Мне, блядь, не выбить кур. Я ебучий на 5 уже делаю, блядь, вторую неделю. Чё вы... Это сложно, блядь. Я уже успел, блядь, 6 или 7 трансов собрать на мара, пока нет. Которые нормальные и не топовые. Блять, пойдемте РБК потом тушить новые. Там походу дохуя у боссов КП, блин. Не, нормально. Со второго числа. Ну чё, какая там тактика? Ну, у разрушенных залах третий босс скидывает всю агро и ебашит, блять, тупо рандомных щеликов. Аркатрас прошло кто? Что? Аркатрас кто-нибудь проходил? Нет. Ну я только в зал и пошел, там дисконнектил, и я ливнул. Ну я сходил в Аркатрас. Там у первых мобов иммун полный корона, а я ливнул. В смысле, блядь? Ну там нужно было, наверное, что-то сделать. Они урона не получают. А что там за шмот попадет? 239-й во всех новых РБК. Фух,
сложно будет поначалу с пугами его проходить. Что, давайте передохнем после рэшки и рванем попозже. А вы, блядь, сильно змучаетесь после рэшки? Виклик будет второй. Ну, ебать, ебашишь сутки на работе, приходишь, блядь, в рейде, ебашишь, как сука, блядь, съёбывает. Вас никто здесь не держит, вы все тут добровольно. Мумбе зашел? Да, тут, спасибо. И во вселенной ничего не изменится. У меня вопрос. А почему такой сильный был срез по ЕПГП? У меня из 3000 ЕПГ осталось... Алиса, чем больше ЕП, тем больше проценты срезают, Калёк. Я понял, спасибо. Или офицеры просто охуели. Алиса, от 50 тысяч отними 20%, сколько получится? В смысле? Okay. А сколько процентов снимает? 20. Уже 25? Не, 20 у нас что-то. 20 пишет, Алиса. 20. Под этим деревом. Мне нужна помощь. Как чего, боже. На исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься. Да, я знаю, я просто видел. Там маг отъехал в первой пати. Не, отъехал. В смысле, отъехал в плане из игры вышел. Я захожу. Че, даже как кто-то сбил мобам? Ебать. Вот это, блядь, скилл. Зачем ты хянешь? Клива либо там. Шадом фир. Сука, две коровы подряд на трэшем, ёбаный бот. Здесь будет разбегаться, то человек не сможет ходить. О, я приподки на броню спиздил. Нет, я ничего не брал. Что, надо издать фласки кому-то?
на СПД. Спасибо. Блять, мне еще 150 почеток надо, еще я будет нахуй. Я так их долго фармлю, что пиздец. 150 дней еще на. Ну, почетных знаков. Похитителей сон. Не лень, нахуй, времени нет, и заработал. 15 деликов, это за один день можно сделать. Ой, блин. А что, внизу стоим все? Да. Да. Типа, они можно? Все мне бипа не дадут? Пугов, но... Ну ладно. Я дисплеить метку буду. Я купы нажимать не могу, какие метки. Все хорошо. Вы что начали-то с того босса, а дракона бить не будете? Филя начинала с этого босса, я не знаю, что придумали с драконом починать. Всегда душили дракона, блять. Mm-hmm. Я не знаю, где вы всегда душили кого. На циркуле? Нет. Большая разница, если ты убьешь этого босса, не убьешь, точнее, ты, блядь, знаешь, кого кикать, кого нет. Что если с пугами? Вряд ли. Блядь. А почему в рейд повернут босс? Ладно, не туда стреляешь, это копия. Да похуй. Ты не туда воюешь. Алису прокил. Поэтому откинуло далеко. Вы друг от друга далеко находитесь. Тар не оставляет живых. Герой башни. Отъехал, чуть-чуть разворачивайся. Я сейчас поверну его. Отъехал. Медведь лёг. Поднимай. Пафы дайте. У
Да, я тут. У тебя нету такого чувства, что, блядь, Т4 пофиксили у Вара? Каску. Не, а, нету. Нету, фуриков. Понерфили, точно. Каску. У тебя прото есть, нах. Без агилы будет, ёбан. А не, это просто я даун, и у меня был полный отчет включен. Все нормально. Не, пока. А чё должны? Да. Ну как видишь, он ещё не прям хуху ями не обложил, блядь. А чё у тебя с работой, мастер? В смысле, чё? Ну так чё тебя уволить должен? А я был на испытательном сроке. Ну и сейчас, по идее, на испытательном сроке, но типа я там всё нормально уже. Шарю более. Это... Да я-то уж думал, боролся за выживание, блядь, на работе, нахуй. И не прошел естественный отбор, блядь. Просто не прошёл. Кто быстрее займёт, нахуй, этот очередь. Да я живой. Так хочешь мне дам фуриком угибать нахуй ГП, сука, пизда нахуй. Делай все на кнопочку один, и нормально будет. Бля, у меня на один стоит горн вообще. Макросом пропиши. Чаши сразу нахуй этот. Ход, ты режешь броню или нет? Да. Всегда. Да, чаши сразу, вам сразу все заебись. Я с этой стороны нахуй. У меня L на конце. Да. Все, сейчас ты будешь на шарфе ступ. Так же, как и мистер Дейбатор и т.д. и т.п. Будет шарфе, блядь. Мне лень будет выговаривать нахуй полный ник. По Венару антифер давать. Да. Угу. Я сама себе дала хули. Ну хоть кто-то там. Нет. Талант есть. Жрец, ты охуел, что ли, не бить? Хилить. А, ничего еще. Смотрите, медвы делать нехуй. Я сейчас включу же рекаунт, посмотрю её. Давайте на тихо. И он лучше не давись нахуй, секреты. Да, слишком передул её. Ну, бля. Хорошо, что не всосал. Сасывает кто-то другие. Шей, блядь. Чё за хуйня? АФК. Не хилит нахуй.
59 тонн, блядь. Давай нахуй. Да тут он. Да хули тут хилить-то? Танков только, ёп. Редер, можешь чуть-чуть назад? Я иду. Не достой до двух. Они расползлись, приходится с меня сбежать. Будет ферять нахуй вас. Вот. Вчера так нормально, медведь немножко далековато. Что? Пошел, отбежал к стенке. Что? Давай, кто это? Первый пошел, блять. Узреть начало эры разрушения. Называется не, нехуй. Ты, блядь, это опять баба, блядь, вы чё? Рыба. Так, по хилам, кто он? Кто? Где? А, я думал, просто говорил уже. Что? А этот, Войт, не свет? Угу. Можно слово сказать? Если на переходе со второй в третью фазу на ком-то метка из первой второй пати сначала отнесите к стенке и потом выйдите в портал. А то всех притянет и умрете. Да, конечно. Хорошо. А кто он первый-то? Я, что ли? Во тьме у нас медвы, да, мне его запоминать. Вейдер нового поколения, блядь. Я так, что кому-то хочу руки нахуй поломать, ёбаный в рот. Всех, блядь, кто лезет к моим заметкам на добор. Зоил, нахуй. Узреть начало эры. Да погоди ты, я ВРС.
Заходите. На пул нападайте. Ага. Ну, я же говорю, на пул дайте. Ох, и полежу. Метку там на кого-то войд поставил. Ерани. Бля, хуёво прокрутил. Мастера поднимать нет. По свету, когда выйдет, туда поднимите. Чулан, да, шершами инер перед выходом. Гай, тогда будет 50% просит зеленый. Скажите, как лезвие пойдут. Матер под хвостом. Осторожно. Служа, вы дети. Ой, блять, портал поменялся, сука. Вынесите. Нет, опять поменялся. Метеор. Все, да-да-да, вперед. Че там полезли? Все, заходи. А ебаный портал, блять. Сейчас лезвие, по-моему, будет, не? Выхухан. Побежали. Нет. Побежали. Ну, бля. Ангелы вынес. Тьма, стоп. Бонзай. Ай, блядь. Видел. Помидоринка. Антиор. И никогда не беги под лицо, блядь. Ой. Ну я за запасом то, что он вертеться будет с лезвием, поэтому он был.
Играться. Ну ёпта, апокалы выпали. Апокалы играться. Апокалы это говно нахуй. Конечно. Да, тать на сову. Вообще ничего не упало на села. Я думал, хоть все это упадет что-нибудь. Лепаху начислил. Давайте тогда сейчас чай попьем, покурим и это, попробуем РБК новый. Да чё ГЦ, короче? Я их давно мог забрать, нахуй. Только из-за того, что чашка не упала, я их, блядь, решился забрать. Ёбаный в рот, блядь.